Привет, друзья! Еще ездил в Тетеревиной Лунке. Смотрю, там вот здесь проехался. Вроде ничего нет. Вот там вот вроде я нашел. Сейчас еще раз вернусь. Смотрю. По-моему, вчерашний. Снега, конечно, по пояс. Снега вообще. Постоянно сидят стаи. Хочу потом на лыжах сходить. Сейчас на буранчик посмотрю. Примерно где они, чтобы их потом не искать. Ну вот они, лунки. Все в лунках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Может быть, и на куропатке так не ночует. Дерева. Вот и выход. Вот, значит, вот эту территорию пойдем мы на лыжах. Приедем на Буране, пойдем на лыжи, будем скрадывать. Вот они. Две лунки, вот и выход, две луночки, вот они, вот и выход. Ну и все, проехали мы много, очень много. Искала их с того леса, километров около 10. Курок поставил, греется вообще огонь. Я его отключаю, не могу, жарит. Все нормально, стоит все. Ну ладно, самое главное, мы сегодня нашли лунки. Красота, солнышко. Минус 15, правда. Но ничего. Теперь знаем, они вот в этом квадрате. Там я тоже луночки, здесь луночки, там луночки. Вот здесь вот они ночуют. Подъедем на буранчике, встаем на лыжах. И будем скрадывать. Вообще прям свежак. Вот они, лунки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, тут
по этому периметру они. Вставать нужно на лыжах. И вот там дальше еще поедем. Вот сейчас и поднимем кого. Вот эти свежие лунки прям. Вот они еще луночки. А вон они, вон, ребят, вон два косача. Вон они, вот третий. Вот там они сидели. Нашел я их, ребята, отлично. Вон полетели. Три петуха. Вон оттуда поднялись. Поедем, посмотрим. Там теперь еще должно быть. Сидит стая. У меня ружье, конечно, с собой зачехлено. Но идти по такому снегу скрадывать. Они вон оттуда взлетели. Не знаю, может получится. Вот жировали, сидели. Сейчас посмотрим, какая глубина снега. О, ребят, куда без лыж делать нечего. Почти по купоне снега. Ладно, проедем, сидели, взлетели. Отлично, главное, мы их, ребят, нашли. Погодка супер, мы их нашли. Все, встаем на лыжи потихонечку. Сейчас, может, еще взлетят. Три штучки было. Вот и жировали сидели. Вот они, ребята, вот они, вот свежак, вот крылья прям. Вот свежие, взлетали только что. На ночлег уже садились, вот они. Вот отсюда они взлетели. Вот они, свежие лунки. Отлично, ребята, отлично, мы нашли их. А вон еще, ну здесь вообще этих деревьев много очень. Сейчас поднимем еще, посидим. Вот еще, ребята, лунки. Это вчерашние. Вот еще лунки. Вот жировали они, сходили, вот ночевали, пометы. Сейчас проедем все вот так, вон еще. Да блин, здесь все в лунке, что ли? Офигеть. Вот еще. Где дерево много? Главное, пятерок не трогать. Где дерево много? Здесь хорошие угодья. Натурали, так сказать. Сейчас уже сколько? Четвертый час. Они уже садятся. Холодно. Они уже на зиму. Надо по погоде смотреть. Если холодный ветер, они долго не кормятся. Часа два-три, и все, они падают на ночлег. Но побольше. Мы выходим пораньше утром, как рассветет. И охотимся. Ну все, основное нашли. Ой, тонем. Ну, курок, конечно, греется. Блин, аж руки горят. Все, вот этот периметр. Сколько здесь? Ну, 2 километра. Берем. Туда вот доезжаем, оттуда вот на буранчике. Встаем на лыжи, чтобы их не пугать, и охотимся. Все, ребят, я домой. Охоту обязательно сниму. Обязательно.